Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области новый руководитель Леонид Денисов назначен указом президента на 2-летний срок. 52-летний генерал-майор юстиции перешел в Иваново из Нижегородского Следственного комитета. Свою карьеру Леонид Денисов начал с должности токаря на автомобильном заводе. После окончания юридического факультета Леонид Викторович работал в прокуратуре, занимался расследованием дел особой важности. Подчиненным нового руководителя еще не представили.